тишины, не разнимая рук, летели две души и разлучились вдруг. Я вижу острова под звездами в снегу, но нет тебя на берегу. Забывая в снах, миражах, все же счастье помнит душа, как она парила легко, только где-то так высоко. Услышь мою мечту среди ночей пустых и отыщи звезду, что ярче всех других над морем тишины, теплом ее огня. Любовь моя зовет тебя. Эй, как твою фамилию я не расслышала? Дала тебе эта фамилия? Фамилия, я требую. Да что такое? Ну, разве от кого-нибудь скрываюсь? Я не слышу. Ну, господи. Корецкий. Викентий Владиславович, Корецкий. Тебе устраивает? Вполне. Мама! Я сейчас, Даша. Оля, а ты где? Так. Суду все ясно. Вас можно поздравить? Даша. Да, Дашенька. Можно поздравить. Меня. Во всяком случае. Наглец. Он наглец. Дарья, может быть, этот костюм мне совсем подходит к этому случаю. Но я прошу вас. Руки вашей маме. Ну и темпы у вас, сэр. Так, Даша, я все-таки твоя мама. Что ты? Все дело в том, Даша, Кент в ваших устах звучит лучше, чем сэр. Исправлюсь. Так вот, послезавтра я улетаю в Москву и оставляю свою нареченную, единственную, на ваше сбережение. А тетя Лиза, а Гоша, о чем базар, Кент? Здрасте. Здрасте. Ну, Кира, выбирай. Я, наверное, буду только мороженое, потому что после Дашкиных приемов, знаешь, надо садиться на диету. Тут целая карта. Лимонная, фисташковая, вот, шоколадная. Я полностью полагаюсь на тебя. Ну, в таком случае, соответственно, с обидчивым. Фирменный взлет. Девушка, да. Ну, пожалуйста, взлет. Два взлета. Два. Два. Хорошо. И побыстрее, пожалуйста. Ты... Как же ты торопишься улететь? Ну, так нечестно, Кира. Если бы не эта проклятая работа, я бы... Извини. Просто ужасно не хочется, чтобы ты улетал. Да. Оставляю такую красотку в таком городе. И столько мужчин. Ты прилетишь к нам с Дашкой на день рождения? Я сделаю все, что в моих силах. Сделай, пожалуйста. О! Спасибо. Не хватает лишь сельдерея. Очень даже вкусно. Объявляется посадка на рейс 416 Киев-Москва. Пассажиров просят пройти таможенный и паспортный контроль. Это мой. Угу. Все. Ты ешь? А, вот вы где. О, привет. Привет. Ой, думала, не успею. Честно говоря, я не надеялся. Ну как же?
Кто-то же должен охранять вашу красавицу-невесту. Мама, это у тебя мороженое? Угу. Прилично. Это не смотри. Пойдем, мы опоздаем. Интересуетесь? Хотите попасть на концерт? Приглашаю. Ивга, кажется, так вас теперь зовут. Кира? Угу. Ты? Здравствуй. Привет. Ивга по-украински Евгений, так что не так уж сильно я и изменился. Как ты поживаешь? Ты знаешь, ничего, слава богу. Фамилия у меня не Козленко. О, вот хозяин. Женя! Какая приятная радость! Прошу вас, садитесь. Сеня, Кира. Очень приятно. Прошу, ты, Женя! Будьте любезны, мадам Кира, садитесь. Выходит, вам у меня понравилось, раз приехали сюда с дамой. Боже мой, боже мой. А ведь мы, мадам Кира, вместе с Женей... Ивга! Тяни голова! Вместе с ним еще по Москве гуляли. Что? Да, да, да. Вместе на одних эстрадных площадках выступали. С чего начинается родина? Вы помните эту песню? Та-ти-та-та-та, там с букваря. Эх, мадам Кира, эстрада, эстрада. А здесь у меня ресторан на свежем воздухе. Многие появляются здесь, разные люди. Кто с женой, кто с дамой. И же все же Сеню уважают. У Сени приятно, понимаете? У Сени очень вкусно. У Сени настоящая подольская колорит. Только у Сени. Какой вы, Сеня, молодец. Правда? Вот все-таки главное же найти свое место в жизни. Правда? По-моему, вам это удалось. Мадам, вы, я вижу, умная женщина. Есть немножко. Женя. Ивга, у вас исключительно прекрасный вкус. Я, кажется, разболтался, мадам Кира. Да? Ну, у меня длинный язык. Мы странно встретились и странно разойдемся. Ох, мадам Кира, теперь, когда я приехал сюда из Москвы, знаете, эта вся власть накрылась медным тазом. Жалко, что мой папа не дожил до этого светлого. Сеня, да. Извини, моя дама умирает от жажды. Это правда? Боже мой, я дико извиняюсь. Я не прошу прощения. Извините, одну секунду. Он действительно бывший московский артист. Правда? Да. Работал чтецом-декламатором. Достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Теперь этого нет. Теперь вообще все не так. Мадам Кира, я абсолютно забыл вас спросить, что вы будете пить? Я рекомендую вам наш фирменный оранжат. Это очень вкусно. Да. Юлька, пожалуйста, кувшин оранжату гостям. Ах, мадам Кира, я не понял, ты что так оголилась, а? Ты что это за безобразие? Дядя Сень. Что дядя Сень? А что такое? Что такое? Это теперь моя длина. Длина? Не, вы видели, а? Вы видели, мадам Кира? Вот это ее длина. Ты что, безобразие этого не видел? Ох, прошу прощения, мадам Кира.
А что мадам Кира будет кушать, вы выберете сами или положитесь во всем на меня? Положусь. Во всем на вас. Какая приятная радость. Что-нибудь выпить? Спасибо, нет. А, извините, извините. Ты же о чем так странно разговаривает? Этот артист, он всегда так говорит? Нет. Да он коренной киевлянин. Это он работает под одессита из-за колорита. Сюда ходят целыми толпами посмотреть на него. Он так деньги зарабатывает. Теперь его популярность куда выше, чем в Москве. Тебе действительно здесь нравится? Угу. То есть, если бы ты еще болтал поменьше, было бы замечательно. Ну, это потому, что еще мало народу, еще никого нет. А скоро он нас оставит в покое. Кир, скажи мне только честно. Ты простила меня? Почти. Знаешь, как юристы говорят? За давности. Ты знаешь, ты можешь, конечно, мне не поверить, но ты лучшее, что у меня было в жизни. Да. Когда мне было совсем худо, я вспоминал, как ты звонила по телефону, говорила моим голосом, как спасала меня. Ну, хватит, хватит. Это было давно и неправда. Я же все забыла, не помню. Ах, не солагали предчувствия мне, а да мне глаза. Я прошу отведать, пожалуйста, нашей фирменной кухни. А вы знаете, в чем ее секрет, мадам Кира? В каждое блюдо я кладу маленькую ложечку сахара. Вы знаете, это так просто и так вкусно, что вы потом будете всю жизнь Сеню помнить. Прошу вас, кушайте. Ах, Юлька, ах, не солгали предчувствия мне, а давно глаза. Можно я пересяду поближе? Пожалуйста. Пробуй. А ты? Не хочу. Вкусно. Ну, ты хоть расскажи, как ты, что? Я кое-что слышал о тебе, но ты по-прежнему одна? Вчера получила предложение руки и сердца. И что? Согласилась? А если я предложу тебе и руку, и сердце? Смешно. Женихи на голову падают, как манна. Не желаете ли нашего фирменного мороженого? Нет. Почему? А я хочу. Все, мадам. Давай, вашего фирменного. Уверяю вас, мадам Кира, несколько ложечек моего мороженого ничего не испортят в общей картине, а? Ну, попробуйте. Попробуй, это да. Очень вкусно. Попробуйте. Баскин Робинс, я вас уверяю, повесился бы от зависти на первой березе. А, ну. А, и Юлька, еще порцию. Ничего более вкусного я никогда не пробовала. О, спасибо. Благодарю вас. Благодарю вас, мадам. Извините. Правда, фантастически вкусно. Да. Правда, я вчера мороженого объела до тошноты. Ивга, мадам Кира, вы по достоинству оценили мое творение. Я предлагаю вашему вниманию наше фирменное ассорти под названием Буратино. Почему Буратино? Потому что я вкалываю, как папа Карло. Вы знаете, мадам Кира, со здешними фруктами сам Бог велел делать нежирное и некалорийное мороженое. Если вы думаете, что у Юльки такой зад от своего мороженого, ну, то вы глубоко ошибаетесь. У нее зад от ее мамы, моей сестры. Так что кушайте, кушайте и не стесняйтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Попробуйте. Я больше не могу, Сеня, не могу. Мадам, может быть, вы будете потом всю жизнь жалеть, что обидели человека, который от чистого сердца
Прошу вас. Ну, хорошо, ну, хорошо, хорошо. Как вы стояли в театре в углу за кулисами. Ну, Ну, пожалуйста, кушайте, кушайте, кушайте. Ну, мадам, вы меня обижаете. Здесь 25 сортов, а вы взяли только 2. Синя, я действительно больше не могу. Ну, пожалуйста, ну, еще чуть-чуть, еще немного, еще чуть-чуть. Хорошо. Последний бой, он трудный самый. Я не буду вам мешать, я удаляюсь. Кушайте, кушайте. С ума сойти. Слушай, я надеюсь, ему не придет в голову притащить нам торт собственного приготовления. О! Спасибо, Сеня. Какой же у вас здесь колорит? Ты слушай, слушай. Она у нас художник, понимает насчет колорита. Ох, мадам, мадам. Я всего-навсего играю одессита. Теперь таких нет. Скажите, а вы живете в Киеве? Что-то я вас не замечал раньше. Нет, я приехала в гости. Простите за нескромный вопрос. У кого вы гостите? У дочки. Тогда, пожалуйста, сделайте Сене рекламу. Пусть ваша дочка и ее знакомые попробуют мое фирменное ассорти. Я хорошо упаковал, так что вы спокойно сможете довезти это до дома. Спасибо. Но мы еще не едем домой. Ивга, дорогой, вы же на машине. Ну что вам стоит заехать к мадам Кире на минуточку домой? А потом гуляйте себе в свое удовольствие. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Вы стояли... Ты понимаешь теперь, как он прорвался на столичную эстраду? Теперь понимаю. Слушай, мне кажется, что надо потихонечку отсюда сваливать. Так, быстро, быстро, пойдем. Но мороженое нужно взять. Возьмем. Пойдем. Опа! Очки! Да! Да! Кошмар. Ну что, поехали? Я думаю, что мы просто обязаны спасти мороженое. Кстати, познакомишь меня с твоей дочерью. Я слышал, такова есть, и я очень хочу ее увидеть. Это зачем? Это, во-первых, ее нет дома. И вообще... И вообще, считаю... пожалуйста, замолчи. Я так мечтал. Давно мечтал поцеловать тебя. Ой, ой, мамочки, это мороженое, ты что? Кошмар какой, нашел место вообще. Ты что, в машине около ресторана? Боже. Упусти меня. С ума сошел. Посмотри, как это романтично. О, да, очень, да. Боже мой, Кириш, милая, о чем ты задумалась? Переварить пытаюсь мороженое, понял? Поехали, а? Ивка. Поехали. Ладно, спасибо, что довез. Когда мы увидимся? Завтра? Я думаю, что нам не стоит видеться. По-моему, все выяснили. Нет. Я очень прошу тебя оставить меня в покое. Мы не все выяснили. Может быть, самое главное еще не выяснили. Кира, подожди. Не подожди. Привет, Кира. Привет. А я думала, ты уже дома, вот тороплюсь, меня на работе задержали. Что за кепку надела? Ты нас не хочешь познакомить? Хорошо, познакомлю. Знакомься, это Евгений. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Даша, моя дочь. Приятно. У нас приятно. К вам подарок. Что это? Это мороженое. Пойдем. Дашенька, мне бы было очень приятно, если бы вы пришли ко мне на концерт вместе с мамой. Ридни на пиво. Обязательно придем. Спасибо. Большое умора. Моя мама каждый день бегает на свиданки,
И объедается мороженое. Да, смех, да и только. Тут уж не до игры и страстей. Ты что-то ищешь там? Уже нашла. Мама. А кто этот Ивга? О, это старая история. Когда-то он был не Ивга Козленко, а Евгений Козлов. И был он эстрадным певцом в России. Ну, вернее, в СССР известным. А он всегда был такой вот, ну, помятый какой-то? Ой, не смеши меня, нельзя смеяться. Ты что, он был, знаешь, какой красавец? Да ты что? О, девушки на него вешались толпами. Вот, он был брюнет и любовник Таньки. А тетя Таня? Тетя Таня? Угу. Он ее взял, да и бросил. Вот это да. Угу. А муж тети Тани, дядя Воровьёзуб, знает об этом? Да ты что, молчи. Кстати, мамочка. А куда делся портрет тети Таниного любовника, который висел у нас на кухне? Слушай, а ты знаешь, что нам пора смывать маску? Ну-ка, вставай. Давай, давай. Ой, слушай, мне так стянуло прям. О, пойдем. О. Не знаю, в целом неплохо, но сыровато, сыровато. Чего? Там у вас, между прочим, полное этого много, чего-то не хватает. Ну вот. Я понял, спасибо. Еще раз и как на концерте. Собрались. Давай. Здрасте. Что мы здесь делаем? Ой, ты что здесь делаешь? Что я здесь делаю? Да. А ты что? А ты что здесь делаешь? Не могу понять, что ты здесь? Что такое, а? Я не понял, что это? Выйдите отсюда! Это не твой отец, ты поняла меня? Твой отец погиб, поняла? А что ты тогда здесь делаешь? Что я делаю? Потом объясню. Что ты здесь делаешь? Ну, вот делаю. Пойдем, потом объясню. Ты сначала создай мне условия, чтобы я нормальным был худой. Все. У нас завтра в 6 самолет. Какие условия? Найди пацанов ты себе, пусть они скачут. Хорошо. Иди туда лететь. Ну, ладно. Куда ты? Ладно. Смех болит. Я ожидаю. Ох, слушай, да хоть дождь пошел. В комнату ведь мы с тобой выбрались. О, погодка. Кирочка, а тебя снимают. Кто меня снимает? Ты чего? Мужчина какой-то вот здесь. Светлис. Ой, ушел. Ностальгия. Ух. А ты какая-то бессердечная стала. Да. Я бессердечная. Она была мечтой поэта.
и слава ей. Ладно, клетчатая рубашка то, которая снимала тебя. Вижу. Ты помнишь, ты такую рубашечку в клеточку Евгению покупала? Вспомнила, это было 20 лет назад. Ой, наивка-то нашелась-то. Девушки, погода не удалась, развлечемся караоке. Ох, спасибо. Будем поем. Давай, выбирай. Прекрасная далека, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока не будь, а чистого истока. Прекрасная далека, прекрасная далека, я начинаю путь. Как это? Здравствуйте, Кира. Здрасте. Что у тебя дочь такая взрослая? Замужняя дама. А моя дочь Даша. Максим Петрович. Очень приятно. Дашечка, Даша, Дашка. Хорошее имя. И сколько ей же лет? 20. Ну, пока нет, если будет 20. Через 4 дня будет. Скоро очень. Мама день рождения тоже. Уже не помнишь. А мы с мамой в один день. Девушки, а можно я вас предупреждаю? Вы уже дама замужняя. Как вас будет по отчеству? Да, я... Евгений. Точнее, Ивка. А что мы стоим под дождем? Ужасно холодно. Пойдемте. Пойдемте, да. Пойдемте. Да. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте. Алло. Алло. Это я. Да, Кеш, привет. Как твои дела? К тебе. Но впереди еще две инстанции. Кира. Кира! Я не слышу тебя. Простой голос слушаю. Тебе там еще никто не приклеился? Ты с ума сошел? Ты что-то улетел? Кирюшка, я так хочу к тебе, что все из рук валится. Жду, не дождусь. Ты хоть скучаешь без меня? Да, очень. Да сейчас, сейчас. Это не тебе. Начинается обсуждение. Иду. Пока, моя милая. Целую. Крепко. Твоя репка. Пока, я тебя тоже целую. Алло. Кирюш, привет. Да, Танька, привет. Ты представляешь, я вчера тут на тебя карты кинула, и вдруг выпал трефовый король. Так. Ну, вылитый Макс, помнишь его? А я подумала, не может быть, ну, часом ты его там не встретила. Кого? Трефового короля? Господи, ну откуда в Киеве Максу взяться? Ты его в Москве-то никогда не встречала. А здесь, в Киеве, представляешь, встретила. На катере. На чем? На катере. Слушай, ну карта в руку. И что теперь? Ой, Танька, я не знаю, голова кругом. Ну еще бы, два жениха на старости лет. Если бы два, Танюша. Не два? А сколько же? Тут еще Ивга объявился. О боже, какой еще Ивга? Ну Евгений Козлов, помнишь такого? А теперь он Козленко. Значит, Трифовый, Червовый, Кирка, этот архитектор твой, он как, ничего? Ух, я уж думала, таких не бывает. Золото. И ты с ним уже спала. Таня, это вообще-то межгород, ты чего? Ну, знаешь, по межгороду теперь не такое можно услышать. Так что, да или нет? Отлично. Кирка.
Кира, и все это ты хочешь пустить под хвост своему Максу? Да мама полжизни, считай, на него угрохала, теперь еще последние годочки. Да он, небось, уже и не годится ни на что. Ой. Ну скажи мне честно, ты спала с ним или нет? С кем? С Максом? Да нет, ты что? Ну с какой стати? И не вздумай. А знаешь что? Слушай, там моя дочь пришла, вот она все интересуется. Как у тебя с этим вырвизубом? Ты все в порядке? Ой, Кирюха, все по-старому. Это у тебя романы, романы, еще романы. Недавно приезжала свекровь. Счастливая ты, что не знаешь, что это такое. А может, еще и узнаю. Мне архитектор предложение сделал. Ну, я надеюсь, ты ему не отказала. Ладно, Танька, все, я побежала. Давай заканчивать, позвоню тебе, ладно? Все с тобой понятно. Да. Сейчас карты кину. Целую, целую тебя. Привет. Привет. Дай поцелую. Как дела? Хорошо. Нормально. Мам, я забыла тебе сказать, звонил твой Викентий Болеславович, пока вы на катере катались. Я знаю, он дозвонился. Серьезный мужчина. О, ну и утро. Алло. 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 Здравствуйте, Дарья Ивговна. А позовите, пожалуйста, маму к телефону. Это вообще-то я, у нас просто голоса похожи. Здравствуйте, Максим Петрович. Вот я и позвонил, Кира. Я заметила, не прошло и полвека. Кира, а что ты делаешь завтра? А что вы предлагаете? Знаешь, я подумал, может быть, нам завтра поехать куда-нибудь. Спокойно поговорить вдвоем, это просто необходимо. Ну, если так необходимо, давайте. Абсолютно необходимо. Где, когда? Возле летнего театра, завтра в 5 идет? Идет. Жду с нетерпением. Больше волнуюсь, как в первый раз. Надеюсь, ты сможешь меня понять. Вряд ли. Ну, до встречи. И ты что, пойдешь к нему? Да, пойду. Ой, мам. Какая ты у меня. Ну, какая, какая? Говори, давай, какая? Ветреница. Что значит воспитывать дочь на хорошей литературе? А сказала попроще. Ветреница. Театр подвезете? Подвезете. Отлично. Здравствуйте, Максим Петрович. Кирочка, здравствуй, дорогая, здравствуй. Привет. А я-то волновался. А чего это вы волновались? Ну как? Я думал, что ты не придешь. Ну, я, в отличие от вас, Максим Петрович, человек очень обязательный. Кирочка, а может тебя попросить не называть меня на «вы»? А раз на что-то связываю? Подумаешь, несколько встреч 20 лет назад. Это же не повод для фамильярности, правда? Я понимаю тебя, Кирочка. Ты хочешь отыграться за все, что как бы я сделал, все, что было. Но давай где-нибудь посидим в хорошем месте. Давай. Я знаю ресторан, да, у Сени называется. Нет, к Сене мы не пойдем. Почему? Ты там была с кем тоже? Мне старик Гольдман рассказывал. Ну, если Гольдман. Хорошо, я... А, я знаю хорошую... Это забегаловка, правда. Вот есть. Это то, что нам нужно. Поехали. Ты сказала, хорошо.
наполните или сами будете? А, мы сами. Сами, да. Обращайтесь, если что. Меня Аллочка зовут. Хорошо, Аллочка, обязательно. Так. И... Даш, мы пойдем, а то Гошу надо на прогулку отвезти. Тетя Лиза, да. Вы же давно знаете маму. Так. Хороша песня. Начинай сначала. Я чувствую, вы что-то мне не договариваете. А что я тебе должна сказать? Твоя мама красивая, интересная женщина. После того, как погиб твой отец... Такого человека не существовало. Я делала запрос. Я не поняла, как это не существовало. Вот так не существовало. Вы все время меня обманывали. Даша, зачем? Почему? Я должна все это выслушивать. Вот ты сказала бы мне всю правду, и не надо было бы выслушивать. Это не моя тайна. Да? Значит, тайна все-таки существует? Тетя Лиза, кто мой отец? Он погиб. Он погиб. Тетя Лиза, это ведь ничего не изменит ни для мамы, ни для него. Даша, успокойся. Я чувствую, что он где-то рядом. Что он ходит. Может быть, даже мы с ним здороваемся. Я просто не могу это уходить, Дашенька. Просто не могу его узнать. Ну, помогите мне. Ну, скажите мне. Неужели вам так тяжело? Дашечка, у тебя все будет хорошо. Все будет замечательно. Поверь мне. Вот увидишь. Успокойся. И не приставай, пожалуйста. Не приставай ко мне с этими вопросами. Все будет хорошо. Я так понимаю, вы в свадебное путешествие приехали? Нет. Да. Понятно. Столько лет вместе, а ссоритесь, как молодожены. Даже завидно. Я вам постелю здесь. Что это? Что это? Катамаран. Да, катамаран. Да. Вы позволите? Ну, как... Спасибо. Извините. Ничего. Вам ручку подать? Нет, спасибо, я уж сам. Ну, как хотите. Все. Это ездит, плавает, знаешь, как этим? Да вот вспомню, как человек. Ага. Да, во-во. Счастливо. Спасибо. Все, спасибо. Молодожены. А что ты смеешься? Этот лучший просто нахал, вот и все. Просто я думаю, что здесь нас точно никто не услышит. А тогда в Московской ты сильно испугался, да? Кирочка, прости меня. Ты подумал, что я закачу публичный скандал? Ну, понимаешь, никто же не знает, что ожидать от пьяной женщины. Ах, вот так, да? От пьяной женщины. Не смертельно оскорбленной, а от пьяной. Я выхожу, ну, окей, пусти Кир, меня. Кир, ну я пошутил, неправильно высказался. Ну, как, ладно, нет. все, хватит. Куда мы плывем? А ты знаешь, ведь я любил тебя все эти 20 лет. Загонял далеко в подсознание, а сейчас вот тебя увидел, опять все как-то так нахлынуло. Все хватит, так... Макс, я тебя прошу, а? Хватит. Ну, расскажи мне, как ты жила все эти 20 лет? Что у тебя происходит? Что мне же интересно? Все нормально. Недавно получил предложение руки и сердца. От кого? Не скажу. И что? Приняла. Кир, а выходи за меня замуж. А ничего, что ты женат, а? А я разведусь, не проблема. Совершенно. Предлагаю сменить тему. Все так уже далеко, все позади, даже угольков не осталось. Давай о другом о чем-нибудь говорить.
Ну, мы хоть сможем, я не знаю, видеться, хотите, ну... Сможем, но зачем? Ну, как? У нас с тобой интересная история. У нас было начало отношений и конец. Середина выпала. Я в эти игры не играю. И вообще ты не тот человек, который мне нужен, Макс. Гребите. А вот это я не верю. Вот не верю. Не верю я. Куда это мы плывем? Что это за место? А мы сейчас найдем. Как мне теперь выбраться отсюда? А зачем тебе выбираться, а? Сможешь ты? А то. Не старый еще. Силен, молодец. Все, пускай не. А вот садись. Садись сюда. Садись, садись. Ага. Так, счастливей? Так. Отлично. Даже седина тебе идет. Жарко, может, мы пойдем искупаемся? А я плавки не взял. А я купальник не взяла. А тебя это смущает? Смущает тебя это? Кир. Макс. Ты сегодня такая красивая, Кир. Ну ладно, перестань, не время. Красивая. Я об этом мечтал 20 лет. Макс, не надо, я тебя прошу, а?